31 августа по инициативе Комитета по делам молодежи и спорта в Таджикском национальной библиотеке состоялась международная конференция по укреплению многостороннего сотрудничества по предотвращению вовлечения молодежи в деструктивные группы. Вначале первый заместитель председателя Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан так выразил. Поэтому главы государств, члены Шанхайской организации сотрудничества в совместном обращении к молодежи признали, что в условиях роста очагов, нестабильности на пространстве обширных регионов и государств, в том числе соопределенных со странами ШОС, молодежь становится объектом пристального внимания со стороны различного рода террористических организаций, стремящихся через манипулирование неокрепшим сознанием юношей и девушек завлечь их в свою деструктивную деятельность. На конференции участвовали представители государственных органов, представители организаций гражданского общества, представители международных организаций, партнеры по развитию, молодые ученые, исследователи научно-исследовательских учреждений и высшего профессионального образования, активисты, эксперты и представители СМИ. В рамках реализации положения названных документов уполномочения органы по делам молодежи стран ШОС и СНГ на национальной части молодежи Молодежного совета ШОС, молодежные общественные организации в сотрудничестве с соответствующими государственными органами и партнерами по развитию по настоящей основе проводят различные мероприятия. Настоящая международная конференция будет направлена на обмен передовыми методиками и опытом стран ШОС и СНГ, а также на создание новых партнерских отношений для укрепления многостороннего сотрудничества по предотвращению вовлечения молодежи и деструктивные группы. Сегодня в рамках председательства Республики Таджикистан в Шанхайской организации сотрудничества и стран независимых государств проходит международная конференция по предотвращению угроз и вызовов международного терроризма и экстремизма в городе Душанбе. Отрадно, что Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан как орган, реализующий государственную политику молодежи и спорта Республики Таджикистан, инициировала данную конференцию для предотвращения угрозы вызовов в дальнейшем в странах ШОС и СНГ. В рамках конференции была затронута тема новых ролей молодежи. Надиба Мурадбекова, Муниса Гуломходжаева, Хайоми Комильджон для Джавон Они Таджикистан.